За этой красной лентой очередной шаг в будущее не только для группы компании «Кронверк», но и для всего региона в целом. Нажатие кнопки дает старт запуску новой линии дробления самого крупного завода по переработке щебня в Саратовской области вблизи поселка Новосельский Ершовского района. Дробильно-сортировочный центр принимает первые 60 тонн горной массы, из которой впоследствии получается один из важнейших строительных материалов. Само событие имеет колоссальное значение для всего региона в целом, потому что здесь будет производиться высококачественный щебень. А также эта линия увеличивает годовую производительность завода «Кронверк НМК» в 6 раз – с 500 до 3 миллионов тонн. На разработку и создание этого участка у специалистов компании ушло 1,5 года с объемом инвестиций в 500 миллионов рублей. Полностью проектирование, строительная часть, инжиниринговая часть, производство и монтаж всего оборудования был выполнен группой нашей группы компаний. Проектировала компания «Кронверк Проект», изыскание делала, проводила все необходимые расчеты. Далее сервис «Проминжиринг» компания у нас располагается в Вольске, производила монтаж и производство всего этого оборудования при заказе необходимых запасных частей из Китая, из России. Сам шеф-монтаж был произведен ими. Всю строительную часть по бетонным работам и по строительным земляным работам производила компания «Кронверк», строительная компания из города Саратова. Ну и вот уже сам запуск завода и вся контрольно-измерительная приборостроение, которое здесь было, был выполнен заводом «Волгоцемент» с их помощью, потому что у них достаточно сильная энергетическая служба, и они всю данный монтаж электрический сделали здесь. Поэтому это тоже наша гордость, то, что внутри группы компаний мы спроектировали, построили, запустили такое производство. Завод является максимально технологичным. Производственный процесс контролируется через центральный пульт управления участка первичного дробления. Конкретно этот участок первичного дробления от конкурентов отличает то, что у нас установлено дополнительное технологическое оборудование для очистки горной массы, камня и полуфабриката конечного. Мы просто получаем более чистый продукт в большом количестве. Таким образом, теперь в регионе появилась возможность производить всю необходимую линейку фракции щебня. Новая линия также дает дополнительные рабочие места и возможность вкладываться в благоустройство поселка Новосельский, рядом с которым расположено предприятие. Здесь выбиралось это место, потому что здесь запасы сырья очень большие на много лет. Есть железнодорожный узел, который есть, которым можно заставлять щебень как по железной дороге, так и щебень автотранспортом. Поэтому из-за этого было выбрано это место, где построить завод. А учитывая современные темпы строительства, возможности этого завода максимально смогут покрыть потребности региона в данном виде материалов. В Саратове и в Саратовской области реализуется огромное количество региональных и федеральных проектов, связанных с строительством дорог, мостов, в принципе, строительством зданий и сооружений. И ранее на территории Саратовской области не было производителей, которые позволяли давать высокую марку щебня. Теперь с запуском данного завода мы сможем покрывать эту потребность. Существовал дефицит, в принципе, в количестве щебня. То есть мы закрываем тем самым сразу две, так скажем, точки, да, это объемы и качество. Первое время линия будет работать в одну смену, в дальнейшем перейдет на круглосуточный режим работы, чтобы выйти на запланированные объемы по выпуску щебня.